Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я рада приветствовать вас снова на своей кухне. Сегодня мы готовим с вами спагетти из цукини. И мы начинаем. Чтобы приготовить спагетти из цукини, мне нужно сначала нарезать цукини. У меня есть вот такая царапалка, скажу я. Я ее когда-то купила себе. Опа, царапалка. Все в порядке, все в порядке. Вот себе и всем своим девчонкам, дочери и моим снукам. И я царапаю свой кабачок этой царапалкой. Кабачок надо брать молодой, у которого еще не сформировались семена. Вот так я царапаю. У меня получается такая лапшичка из цукини. Поверну, потому что там остается сверху. Ой, продает. Живой. Вот так. Нарезаем цукини на лапшу. Ну, я думаю, что я нарежу дальше без вас. Ну что, дорогие мои друзья, вот я приготовила цукини. Нарезала лапшой. Я приготовила немножко болгарского перца, помидоры, морковь и немножко лука. Кроме этого, я возьму свою пасту. Как говорили мне, вырви глаз. Вот. Я хочу вам показать вот эта баночка с прошлого года. Посмотрите, там нет плесени. Я ее специально не чистила. Там нет плесени ни на краях, ни внизу. Вот. Сейчас мы наливаем в кастрюлю немножко растительного масла. Так, подходим поближе. Так, нет, ничего не видно. А так, я думаю, будет видно. Вот, и первое, что я ложу всегда обжариваться, это вот эта паста из чеснока и острого перца. Так, бросаем ее туда. А остатки убираем в холодильник. Паста моментально начинает обжариваться. И сразу пошел аромат. Нет, включай. Вентилятор не буду, будет шуметь. Она начинает тут же обжариваться. Добавляем лук. Лук я нарезала тоже соломкой. В общем, все овощи нарезала соломкой, чтобы они немножко повторяли форму спагетти. Ну вот, лук уже обжарился. Добавляю морковь. И опять все это обжариваем вместе. И сразу добавляю болгарский перец. Овощи мои притушились уже хорошенько. Зажаривать мне их не нужно. Вот.
И сейчас к этим овощам я отправляю нарезанные помидоры. Помидоры придется мне тушить чуть-чуть подольше, чтобы получился такой соус. Помидорки наши тушатся. Ну, еще не готово. Я присаливала мой соус и добавляю черный перец. Выглядит все прекрасно. Ну что, мои хорошие, помидорки уже утушились. Вместе с овощами и мы отправляем сюда пайетки из сутени, из кабачков. Я еще немножко присолю. И аккуратно перемешиваю. Наши спагетти. Готовиться они будут совсем немного. Спагетти должны оставаться... По-немецки называется кнакель. Это значит немножко хрустящими. Спагетти. Что? Да, гляй, будем обедать. Ну вот, спагетти мои готовы. Перетушивать их не надо, чтобы они не развалились. Вот такие красивые длинные спагетти. Так и должны быть. И сейчас я уже буду сервировать стол. Ну вот, мои хорошие, как-то так. Спагетти из кабачков. Ну и картофельное пюре с грибами. Что осталось от вчерашнего обеда? Сегодня у нас снова на обед. Вот как-то так. Всем всего хорошего, здоровья, счастья, любви. И до новых волнующих встреч на моем канале. Всем пока-пока.